Композитор Валерий Головко готовит главный проект своей жизни к 70-летию Победы. И другие темы недели. О футболе и не только. Президент Беларуси принял главу УЕФА легендарного Мишеля Платини. Один из самых ярких дипломатов умер Америка Диас Нунес, посол Венесуэлы в Беларуси. История и география перейдут на белорусский. Инициатива нового министра образования. Неделя в Беларуси на телеканале ТРО. Я Юрий Гройеров. Здравствуйте. Рабочий график главы государства на этой неделе был, как всегда, насыщенным, но особое место заняла большая встреча с молодежью. Александр Лукашенко сказал, что постарается не допускать ошибок, которые часто делают старшие, говоря нравоучениями. Главная цель президента – послушать, чем живут сегодня молодые люди. А произошла эта знаковая встреча на 42-м съезде общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Во Дворце Республики собрались около 3000 делегатов и активистов. Спектр тем от возможностей молодых людей в самореализации, сохранения национальной культуры до развития наукоемких отраслей экономики и решения проблемы спайсов. У БРСМ есть знаковый проект «100 идей для Беларуси». Любой желающий может предложить новый бизнес, научное исследование, реформу, все, что улучшает жизнь страны. Вы стали взрослыми. Я очень рад. Вы стали той организацией, которая, не просто парадно шумит, бурно демонстрируя, что она есть. Это тоже важно. Люди должны это видеть. Реклама в наше время – большое дело. Вы стали взрослыми. Вы, прежде чем что-то сказать в присутствии главы государства, этой аудитории, вы чувствуете свою ответственность. Внося предложения, чувствуется, что вы их выстрадали. Те предложения, которые вы внесли, они не нуждаются в дополнительной проработке, чтобы их поддержать. Поэтому я поручаю главе администрации президента, который несет персональную ответственность за развитие молодежного движения, все предложения, которые прозвучали, не только собрать, серьезнейшим образом проанализировав, выстроить некий план реализации этих мероприятий. И по заверению Александра Лукашенко, в ближайшее время лучшие проекты получат достойное финансирование. На неделе не стало одного из самых известных дипломатов в Беларуси. На 77-м году жизни скончался посол Венесуэлы в нашей стране Америко Диас Нунес. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Большую часть жизни он был одним из самых известных журналистов, а в начале 90-х пришел в политику. Руководил избирательной кампанией Уго Чавеса. В 2006-м Диас Нунес прибыл в Минск в качестве временного поверенного. Через 2 года стал послом Венесуэлы. Похоронили дипломата на родине в штате Карабобо. Проведение первого тура президентских выборов, по данным Центра избиркома, будет стоить порядка 100 миллиардов белорусских рублей. Это примерно 440 миллионов российских. По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, эта кампания будет проведена строго по закону, но экономно. Например, будут более рационально спланированы избирательные округа. Выборы президента пройдут в нашей стране уже в 5-й раз. Предварительная дата – 15 ноября. Президент в минувший понедельник подписал решение на охрану госграницы Беларуси в 2015 году. Как сообщил председатель Госпогранкомитета Леонид Мальцев, сегодня границы укреплены на всех направлениях, во многом благодаря техническому переоснащению. Подписывая документ, глава государства дал поручение на текущий год. Систему погранбезопасности Беларуси надо продолжать совершенствовать, адаптируя ее к современным условиям. Ничего нового в этом нет, так как это было в советские времена, когда границу охранял весь советский народ, особенно в приграничье проживающие. Я это хорошо помню. Потом мы додемократизировались до того, что население вообще забыло, что оно живет в приграничной зоне. Тем не менее, очень важное направление, важная наша граница, это граница Североатлантическим альянсом, Европейским союзом, у нас оказалось, опять скажу, грубо говоря, слишком демократичный, скажем так. Поэтому мы решили вернуться к испытанному методу, чтобы и население было подключено к обороне государственной границы, охране.
Сильный снегопад накрыл Беларусь в ночь со среды на четверг. Высота снежного покрова во многих районах достигла полуметра. Несмотря на усилия коммунальных служб, тем утром по большей части второстепенных дорог и во дворах проехать можно было с трудом. В то же время основные магистрали успели очистить. К концу недели снег начал таять, только укрепив имидж этой зимы как самой переменчивой в истории наблюдений. Беларусь рассчитывает на проведение крупных международных турниров под эгидой УЕФА. Об этом заявил президент Беларуси на встрече с главным футбольным чиновником Европы Мишелем Платини. Легендарный игрок руководит федерацией уже 8 лет и за это время утвердил немало проектов по развитию футбола в Беларуси. Восхищался вашим видением поля, вашей игрой. Говорю это как на то время профессиональный футболист. В своей жизни я начинал именно с футбола. Поэтому очень внимательно следил за вашей игрой. Теперь я вас знаю как одного из ведущих специалистов футбола, руководителя Европейской Федерации. Должен сказать, что мы всегда поддерживали и будем поддерживать ваши начинания, поскольку они направлены на развитие футбола. Thank you, господин президент. Большое спасибо, господин президент. First of all, thank you for your very nice welcome. Большое спасибо за добрые слова, которые вы сказали в наш адрес. I know your passion for football. Я знаю вашу страсть к футболу. And for ice hockey too. И, конечно же, к хоккею тоже. UEFA is a great contribution. UEFA, конечно же, тоже сделала, внесла значительный вклад в развитие белорусского футбола. Однако ваш личный вклад, господин президент, значительно больше, чем тот вклад, который оказал UEFA. Если мы не будем сейчас молодежь готовить к политике, будем говорить, что они туда пойдут только когда им будет за 40, мы упустим время. Мы потеряем тот самый резерв, который должен создаваться из этих молодых путем их ротации в депутаты местного уровня. Глава Центра избиркома Лидия Ермошина. В Беларуси каждая женщина – звезда и муза. Некрасивых нет. Просто важно найти в себе плюсы и превратить их в ореол звездности. Мелитина Станюта – призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике. В этом году мы будем отмечать великий юбилей – 70 лет Великой Победе. И в гостях у нас композитор Валерий Головко, который готовит к этой дате специальную программу, которую представят в Дворце Республики. Валерий, здравствуйте. Добрый день. Валерий Головко – композитор, поэт. С отличием закончил эстрадное отделение Ленинградского института культуры по классам фортепиано и саксофона. Пианист и аранжировщик виа-песняры середины 80-х. В 1987-м ушел из музыки, занимался бизнесом, переехал в США. В 1987 году ушел из музыки, занимался бизнесом, переехал в США. Работал по контракту с голливудской компанией Hilton Records, писал музыку для кино. В конце 90-х вернулся в Беларусь, сотрудничает со многими известными артистами, в том числе с Натальей Подольской, Русланом Алехно, Валерием Дайнеко. Валерий, вы назвали свою программу просто и понятно «Победа». Но согласитесь, концертов посвящений этой дате было уже достаточно много. А чем вы собираетесь удивить? Моя победа – это не фанфары. Моя победа – это боль. И наша семья пострадала от войны просто кощунственным образом. То есть? У моего деда погибли на войне, во-первых. Мама осталась сиротой после войны. Мой отец ушел из жизни в возрасте 37 лет. Это были последствия войны. Собственно говоря, может быть, эта программа бы не вышла, если бы мне события, которые произошли в последнее время... Я украинец по национальности. И я думаю, что этим все сказано. Для меня это большая трагедия. И особенно в свете того обстоятельства, что мой дед... по линии мамы освобождал Беларусь, и погиб при форсировании Западного Буга и упокоился на дне этой реки. Вам удалось собрать весьма разных артистов, от Анатолия Ермоленко до Тео, который выступал на Евровидении. Как вы подбирали голоса для своей программы? Анатолий, он мастер просто донесения текста, мыслей. И соединяя их, я создаю мощнейшую боевую единицу. Тео я отдаю на лодку весь юмор концерта. Угу. Я пригласил детский хор музыкальной школы имени Глебова.
вот где учится мой сын, но мой сын категорически отказался принимать участие в моем концерте, чем даже вначале меня несколько подрастроил. Но он сказал, что он всего будет добиваться в жизни сам, не хочется пользоваться, не хочет пользоваться результатами моего труда. Не хочет быть под фамилией. Да, ему 12 лет, но как-то так даже он рассуждает, как взрослый человек. Я со всеми этими ребятами давно дружу, которых приглашаю. Я с Анатолием Ивановичем Ермоленко дружу, мы земляки с ним, мы гомельчане, и мы много лет дружим. Вот. И, кстати говоря, не обхожусь без его советов, потому что он в этой жизни знает все. Я вот тоже уже не маленький мальчик, но в плане вот мудрости и знания жизни я просто выгляжу пионером по сравнению. Он мне много подсказывает вещи. Так вот, Тео, я ему поручаю одну песню, которая называется «Первый вечер». Это описан вечер первой встречи с моей нынешней супругой, с которой вот мы скоро будем отмечать десятилетие совместной жизни, с которой мы родили дочь, которой вот 6 февраля исполнится год. На первую встречу у меня, я жил один, и у меня дома было хоть шаром покати. Я предложил, значит, при первой встрече заехать, поехать поужинать в ресторан или заехать в магазин, что-то купить, приготовить. Вот она отказалась. Ну вот мы так и приехали, у меня дома ничего абсолютно нет. Но когда мы приехали домой... Наверное, вам ничего и не надо было. Из сумочки она достала целлофановый мешочек, где лежал маленький кусочек отварной курицы, оказывается, она была на диете. Понимаете? И я описал эту сцену, я был просто поражен, я так смеялся, и я описал эту сцену в этой песне. Вот я эту песню, я очень хотел бы сам ее спеть, но я знаю, что Юра это сделает намного лучше. Вот, и еще у него будет одна очень веселая такая песня. То есть, вот как бы Наташа Подольская в этом концерте у меня будет петь только романсовую музыку. Вот она будет, конечно, петь «Веточку осеннюю» и песню «Мама». Я для нее написал еще специальный романс, который называется «Прошу прощения у мужчин». Вот, да, это очень необычное название, очень интересная будет такая история. Подольская будет извиняться за всех женщин. Да. Оркестр будет играть саундтреки к фильмам. Вот, значит, Лайсаунд будет петь мою англоязычную музыку. Вот. Ну, в общем, концерт будет разнообразный. Ну, насколько я понимаю, этот проект не коммерческий. Абсолютно не. Ну, какой коммерческий проект? Да, ну, но вместе с тем, ну, вы же тратите на это время, то есть вы уже можете себе позволить не зарабатывать только музыкой? Вы знаете, скажу прямо, вот этот уход на 10 лет, он, с одной стороны, явился, как я понимаю, преступлением перед небесами, да, раз я был так наказан. Серьезно. Но он имеет и другую сторону медали. Я сегодня могу себе позволить, и, в общем-то, сколько времени я после возвращения занимаюсь музыкой, я занимаюсь только тем, что я считаю нужным делать для себя. Нету никаких догмирующих обстоятельств. И... В общем, вы из тех людей, кто жизнь понял и работу бросил. Ну, я, если так пошутить на эту тему можно, то да, я, вы знаете, я на самом деле в значительной степени личными средствами финансирую этот концерт. Мне помогает мой партнер генеральный. Это не коммерческий проект, но это важный для меня проект, раз я это делаю. Ну, я думаю, что он для всех станет важным. Все-таки дата для всех для нас великая. И ваша судьба, как вот вы рассказывали про своих родственников, ведь, ну, наверное, не каждый второй, но очень многие могут рассказать примерно такие же истории про своих семей, про своих родственников. Вы знаете, в одной из песен я написал такие слова. И каждый третий к нерожденным внукам вызывает на славянском языке. Это говоря о погибших людях. Здесь все, кто ушел из этой жизни, вот там на небесах, здесь разный люд подвержен адским мукам. Да? То есть, и вот строчка. И каждый третий к нерожденным внукам вызывает на славянском языке. Дело все в том, что каждый третий погибший во время войны славянин из общего количества погибших людей. То есть это абсолютно нереальная... Нереальная цифра. И всегда, когда сейчас я сталкиваюсь с тем, что вот нынешнее поколение, там, прошу прощения за это слово, ноют, да, там вот кризис, одна волна, вторая, там с бизнесом сложно, там сложно это купить сложно, жилье купить сложно, все дорого тут и здесь. Я всем всегда говорю, что, ребята, давайте мы вернемся мозгами к тому поколению, которое в один прекрасный момент принесли людям повестки, сказали: ребята, началась война, вот тебе винтовочка. Ну, и... да, тут я в какой-то степени с вами соглашусь, и остаются, это очень относительная вещь. Ты оставляешь свою семью, и не знаешь, что с ней будет. Оставляешь своих детей, которые дети остаются абсолютно беззащитны перед этой адской машиной, которая идет сюда для того, чтобы уничтожать.
И ты понимаешь, что твоего ребенка никто не защитит. И ты с винтовкой идешь на танк. Вот этим поколением досталось. Вот, а то, что достается нам, я тоже прожил несладкую жизнь. Я 16 лет на полном самообеспечении. На полном. Вот сколько я стационарно учился, учился я много, я всегда ежевечерне работал в ресторанах. Я сплю 16 лет по 4 часа в сутки. У меня не была сладкая жизнь. Моего отца похоронили в день моего рождения, в день 16-летия. Вот, но я абсолютно даже не могу сопоставлять свою жизнь и то, что досталось тем поколению. Ну, я согласен, тут угрозы совершенно и трудности разного порядка. Вы знаете, я как человек, которому, в общем, довелось пожить и на Западе, да, вот, причем, если говорить об Америке, мне пришлось пожить основательно, вот я видел разную жизнь изнутри. Вот, я могу сказать определенную вещь. Я понимаю прекрасно, что сейчас вот многие люди услышат меня, да, и не поверят в это. Но парадокс заключается в том, что далеко не все люди на Западе живут так, как живут люди в Беларуси. Конечно. Далеко не все. Я вам скажу такую вещь. Просто есть разная жизнь. Есть жизнь в кино, а есть жизнь. А вот. Большинство из нас воспринимают жизнь, особенно американскую, потому что она дальше все-таки, чем Европа, по фильмам. Вот далеко не все. Надо сказать, что намного жестче. Жизнь там, если ты из обоймы выпадаешь, ты будешь лежать на улице, укрываясь коробками, и никому не будет дела, это правда. Вот очень многие люди, теряя работу, просто доходят до суицида, потому что они не знают, как выплачивать свои долги, потому что все живут в долг. В Нью-Йорке, где постоянно убивают столько людей, включая полицейских там, и так далее, это совершенно не жизнь в напряжении, вы понимаете, да, когда такая преступность и так далее. Поэтому люди труда, ну, они везде, в общем... Валерий, всегда говорю, там хорошо, где нас нет. Ну, конечно, да. Конечно, можно посмотреть американский фильм с красивой жизнью, где все живут в пригородах, где бегают собачки, лужайки, дети радуются жизни. Это всегда, наверное, это тоже там есть. Но это есть и у нас, и это есть и в России, и в любой стране. Но... Просто сопоставление различных факторов. Ясное дело, что средний класс, так сказать, на Западе, он живет, в общем-то, он зарабатывает намного больше и живет в лучших условиях, и понятно, и сервис лучше, и прочее, прочее. Вот, но надо же все в совокупности оценивать, так сказать, и то, о чем я говорил выше, так сказать, и многие-многие вещи. Вот поэтому я оцениваю жизнь нынешнюю в Беларуси, я оцениваю как весьма приличную. Конечно, мне тоже неприятно, когда, предположим, я получаю доход в рублях, и возникают ситуации там такие деволюционные и так далее, и, в общем-то, ты теряешь, и неприятно, и так далее. Вот, но я понимаю, с другой стороны, что ну, государство реагирует для того, чтобы мне было хуже, всем же остальным, в том числе и мне. Вот, вот сейчас вот нужно поступить так, для того, чтобы отрегулировать, и потом, так сказать, вернуть. Ну, то есть спокойно ко всему нужно относиться. Вот, по крайней мере, я оцениваю как то обстоятельство, что все-таки государство о людях думает. Невзирая вот на эксцессы, которые, они же зависят от многих факторов. Вот завалилась экономическая ситуация у соседей, рынки сбыта закрылись, начинаются проблемы. Но это же понятная, объяснимая вещь. Не потому, что кому-то хочется, так сказать, своих людей ущемить. Ну да, к сожалению, так. Но будем надеяться, что все как-то выправится. Вскоре мы вернемся к разговору, а пока события с четверга по субботу. Между тем, около 70 работников Организации науки, образования, здравоохранения и культуры получили на неделе гранты президента страны. За эти деньги молодые ученые смогут самостоятельно вести разработки. Сообщается, что сразу несколько грантов досталось химикам на разработку и изучение наноматериалов, а медикам на поиск методов борьбы с онкологическими заболеваниями. Жесткие меры по борьбе с пьянством за рулем приносят эффект. Закон о конфискации авто у пойманных нетрезвыми повторно начал работать чуть больше года назад. Начальник ГАИ МВД Беларуси Юрий Литвин сообщил, что за это время решениями суда конфисковано 2500 автомобилей. Кстати, абсолютное большинство – машины бюджетной категории стоимостью до 10 тысяч долларов. А вот пьяные водители на элитных иномарках – редкость, видимо, дорожат своим имуществом.
Историю и географию необходимо преподавать в школах только на белорусском языке. Такова инициатива нового министра образования Михаила Журавкова. По его мнению, таким образом школьники смогут лучше понять те или иные события, параллельно овладеть огромной базой терминов на белорусском. Решение будет принято после совещания с педагогическим активом на следующей неделе. Места для рекламы в минском метро теперь только с аукциона. Право аренды свободных стен в переходах и на станциях будет выставлено на торги. По мнению руководства горосполкома, это позволит сделать процедуру выделения мест прозрачной и избежать обид участников рекламного рынка. Композитор Валерий Головко у нас в гостях. Мы продолжаем разговор. Итак, Валерий, обсудим некоторые новости уходящей недели. Глава государства встречался на неделе с делегатами съезда БРСМ, который считается у нас правопреемником комсомола. Вы же были комсомольцем? Был, да. Угу. А возможно ли сегодня возрождение этого движения в союзных масштабах, на ваш взгляд? Я, отвечая на вопрос, на ваш вопрос, скажу так. Вот хорошо бы было бы, если бы большое количество людей, которые в своих душах испытывают большое патриотическое начало, являются искренними патриотами своей земли, объединились в какую-то молодежную организацию. Не заформализованную, не ради галочек и каких-то картинок. Человек, который без всяких дополнительных плат с твоей стороны должен, обязан свою работу исполнять добросовестно, чтобы все работало как часы, так ты платишь ему, и он все равно не исполняет. Вот. Есть такое дело. И понимаете, а вот это все, вот это первое прикладное значение вот того, о чем я говорю. Что люди должны по-другому относиться к своему труду, к тому месту, которое, в общем-то, где они предназначены трудиться. Кстати, вопрос об учебе. Министр образования предлагает преподавать историю и географию в школах только по-белорусски. Как вам эта идея? Скажу только так, вот одну единственную вещь по этому поводу. Вот если есть достаточное количество педагогов в Беларуси, которые говорят именно на белорусском, на чисто белорусском языке, и в состоянии на чисто белорусском языке, а не на его суррогате, читать, тогда это можно делать. Но если человек будет приходить на занятия, да, и говорить на языке, который никаким не причислишь вообще, то лучше это не делать. Или лучше делать это в таких масштабах, сколько есть педагогов, на мой взгляд. На неделе озвучена статистика. У тех, кто повторно задержан пьяным за рулем, за год конфисковали более 2500 машин. И выясняется, что в основном это владельцы недорогих авто. А мы привыкли думать по-другому, что именно владельцы дорогих автомобилей чаще нарушают правила, ну, в том числе и выпивают. Возможно, водители дорогих автомобилей просто вообще гораздо реже употребляют алкоголь. Иначе у них бы не было автомобилей дорогих. Вот. Понимаете? Вопрос очень простой. Вот я живу в доме, значит, в котором, ну, все люди очень обеспечены. Которые, ну, я вам что я могу сказать? Это пахари. Это пахари, которые уверен, не имея возможности, отдыхать чаще и больше, это отдыхают меньше. Вот, без выходных, без проходных, и дело свое не оставишь. Это, понимаете, есть прямая какая-то связь и зависимость между этими вещами. И этот же вопрос мы задали минчанам. Есть ли связь между стоимостью авто и манерой вождения? Сложно ответить. Наверное, все зависит от водителя, а не от качества авто или его модели. Из моей практики чаще всего это делают владельцы автомобилей марки Citroën. Бывают такие люди, которые более крутые, можно сказать. Они наглее? Ну, не все, конечно, но бывает. Такие люди, которые не перепускают даже пешеходные переходы. Ну, от воспитания зависит, наверное, больше человека. Тут социальный статус, наверное, не так уж важен. У меня дешевый автомобиль, и я себя веду достаточно аккуратно. И вот, в том числе водители дорогих автомобилей, я вижу, не веду себя так же аккуратно, потому что дорогой автомобиль, а я веду себя, потому что, ну, хочется ездить нормально. И традиционный вопрос о жизни в союзном государстве сегодня из уголовного права. Скажите,
Если гражданин России задержан или осужден на территории Беларуси за совершенное преступление, может ли он быть отправлен на родину для отбывания наказания? Да, у Беларуси и России есть договор о передаче осужденных. Закон предоставляет возможность, хотя реальных случаев перевода таких заключенных пока немного. Решение может быть принято только после вступления в силу приговора суда по результатам отдельного рассмотрения судьей. Ходатайство осужденный должен написать сам в органы службы исполнения наказаний той страны, в которой осужден. Еще одна рубрика, которая отвлечет вас от потока новостей. Прежде всего, она будет интересна нашим российским зрителям. Мы будем кратко знакомить вас с местами, где происходят события недели. Начнем с Национальной библиотеки Беларуси, в которой мы снимаем нашу программу. Именно ее вы видите на наших заставках. Уникальная геометрическая фигура ромба куба октаэдр из стекла и бетона. Высота почти 74 метра, 23 этажа. В эти стены Национальная библиотека Беларуси переехала в 2006 году. Проект нового здания был разработан в конце 80-х и в 89-м стал победителем на всесоюзном конкурсе. Однако воплотить его в жизнь удалось спустя более чем 15 лет. Необходимость строительства нового здания была обусловлена ростом числа книг. На сегодня библиотека содержит более 9 миллионов единиц хранения на различных носителях. Перемещение книжных фондов из старого продолжалось несколько месяцев. В последнюю очередь были перевезены раритетные издания, в том числе старопечатные, размещенные на сверхсекретном 8-м этаже хранилища. Сегодня НАСС-библиотека – это большой культурный и общественный центр. Здесь проходили саммиты Евразес и СНГ, Высший Госсовет Союзного Государства, работают конференц-залы, где проходят международные бизнес-форумы. На 23-м этаже, куда ведет панорамный лифт, есть смотровая площадка с кафе и, пожалуй, лучшим в нашей столице видом на город. Композитор Валерий Головко у нас в гостях. Мы продолжаем разговор. Ну, Валерий, наверное, уже последний вопрос. Наш патриотизм во многом строится на победе, на героизме во время Великой Отечественной войны. Это такой фундамент и для белорусов, и для россиян. Скажите, на ваш взгляд, а на чем еще можно сегодня воспитывать патриотизм у молодежи? Вот я считаю, что нам в наследие от советских времен досталось заформализованность многих вещей. Слишком много фальши во всем этом, слишком много формальности. Вот, возможно, это поколение будет заряжено какой-то такой мощной патриотической составляющей, хотя бы, как мне кажется, вот почему, вот какой стимул. Вот понимаете, я приехал в Соединенные Штаты Америки, столкнулся с крайне пренебрежительным отношением к славянам. Знаете, как меня это задело? Как же меня это задело? Я никогда не забуду, пока дышу. Какие чувства я испытал. Вот, но когда я немножко подуспокоился, я понял, что мы-то сами во многом виноваты. Почему такая заниженная самооценка? Почему, ну, это ж там, ну, мода это ж в Италии, там, ну, кухня это ж во Франк, ну, это ж, а мы-то что? Мы ж только водку можем это, ну, что это? Посмотрите на себя. Люди глобально, да, абсолютно не фальшивые, способные прийти на помощь, на выручку, открытые, толерантные, добрые, глобально добрые. Это имиджевая карточка Беларуси. Разве у нас хуже мозги? Мы что, менее трудолюбивы? Я вам скажу такую вещь, что у нас же реально трудолюбивый народ. И это же тоже факт. Вот, но нужно просто сосредоточиться на том хорошем, что есть. И вот когда задевает отношения, отношения других наций к твоей, нет большего стимула для патриотизма. Не война, а когда к тебе относятся пренебрежительно. Вот самый мощный стимул для патриотизма. Желание поставить себя вровень и не давать никому возможности так уничижительно к тебе относиться. Ну, даст Бог, так все и произойдет. Напоминаю, гостем нашей программы был сегодня композитор Валерий Головко. Ну, а мы с вами прощаемся, чтобы увидеться, как всегда, ровно через 7 дней в следующее воскресенье. Неделю в Беларуси на телеканале ТРО. До встречи. Боевая подготовка коллективных сил ОДКБ теперь будет проводиться с использованием новых вводных. Так называемый элемент внезапности, то, что в последнее время практикуется в вооруженных силах России, теперь в обязательном порядке будет применяться и в ходе совместных учений с коллективными силами ОДКБ. Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ.
Когда весь мир в кризисе, особенно постсоветское пространство, необходимо понимать, что надо и нашему бизнесу несколько поумерить аппетиты. Я не говорю, чтобы совсем затянуть пояса, но это время надо пережить вместе с народом. Александр Лукашенко, президент Беларуси.